Жигулевское море. Загорает? А это вот темная такая полоса. Что, берег, что ли? Темная? Ну это как, наверное. Это, наверное, как выскочило. Канализация, что ли, выходит? Ну, он что-то там, видишь, да, беленькое, не знаю. Не знаю, может. Ну, какая, ну это кака какая-то. Я сомневаюсь, что это берег, мам. Хотя, может, и берег. Ну, там какая-то пена вон возле этого. Такое впечатление, как будто, правда, там стоки такие. Или стоки, или... Берег. Ну, мне кажется, берег навряд ли. Нет, а может, просто пена. Пойду посмотрю. Где? Не хочется там море покупаться. Она ледяная, блин. Она очень сильная, как... Дома, помнишь, тебя окупывала иногда холодной водичкой? Помнишь? А мне можно закаляться. Надо закаляться, да, сначала. Такая красота. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь деревц стоят. Красиво стоят, прям рисовать можно. Здесь что-то, видимо, магазин, наверное, когда-то был. Здесь такая зона отдыха. Деревца. Думала, березки. Нет, не березки. А там какой вид открывается. Ба, шикарно. Красота какая. Вот оно, Жигулевское море вам. Вот она. Красота какая. Там пенится просто. А, там человек катается. Смотри, видишь? Оп, 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 человек тонет, тонет, тонет. А! Улетело. Утонул человек. О, всплыл. Поплыл. Разворачиваются. Разворачиваются. Оп. Все, опять плывут к нему.